Старик простудиться может. Дорогой человек, ты мне очень знакомый. Ты не из Баку будешь? А-а. Ты на моего папашу похож. Правда, мой папаша постарше, ему 83-й год. Да будет тебе известно, о державный властитель, что мне уже пошел 3733 год. Конечно, дорогой, конечно, но ты чудно сохранился. Тебе ни за что нельзя дать больше 75. Пойдем, дорогой, покушаем, согреемся, отдохнем. Пойдем, дорогой. У нас, дорогой папаша, все султаны. Кто работает, тот и султан, понимаешь? Пей чай, согревайся. Пей. Я султан. У этих мальчиков родителей тоже султаны. Вася тоже султан. Ты хочешь знать, почему Вася султан? Знатный шахтер, понимаешь? Вася Казанцев новатор. Лучший забойщик бассейна. Да брось ты и Богу, Джафар. Ты хочешь сказать, вот Джафар Али ибн Мухаммед, что бывают знатные рудокопы? Зачем ты смеешься надо мной? Скоро ты скажешь, что бывают знатные пастухи. Ну да, бывает, и даже очень много. Знатные сапожники? Знатные портные, знатные сукоцы. Ну чего ты смеешься? Подсохнешь, увидишь. Ну, ночевать будете в нашей палате.